По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области увеличена сумма единовременной выплаты при заключении контракта о прохождении военной службы. Теперь она составляет 2 миллиона рублей. Всего за первый год службы бойцы смогут заработать около 4,5 миллионов. Также новобранцам и их семьям предоставляют более 30 мер соцподдержки. Своим помочь, там тоже непросто всем. Ну, чем больше народ, тем, наверное, легче нашим. Поэтому пойдем поддерживать своих. Надеемся на победу, что будет все хорошо. Любимые рядом, поддерживают всегда. Подать заявку на прохождение службы по контракту можно в военном комиссариате или в районной администрации по месту жительства.